Привет, друзья! Видео о том, как сбросить сервисный интервал на Skoda Rapid 2014 года. Значит, когда включаем зажигание, высвечивается информация, что требуется замена масла и сервис. Чтобы убрать эту надпись, надо выключаем зажигание, зажимаем кнопку нули, включаем зажигание и нажимаем «Да». После того, как сбросили масляный интервал, надо еще сбросить сообщение о проведении сервисного интервала. Это делается точно так же, только надо включить еще аварийку. Зажимаем 0, включаем зажигание, нажимаем «Да», и интервал ТО обнулен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока!